Привет! Сегодня я хочу тебе рассказать про книгу «Хватит быть славным парнем» и почему эту книгу я выбрал второй по очереди в разбор, потому что я все пытался понять, какая книга на меня произвела больше впечатления и оказала больше эффект в моей жизни, и понял, что все-таки именно эта книга. Сразу начну с того, что эту книгу я прочитал лет в 16-17, когда у меня был подростковый максимализм, проблемы. Причем проблемы не только связаны с взрослением, там, с девочками, с неразделенной не любовью, но и с отцом. И я уверен, что те, кто смотрит это видео, если вы открыли его, кликнув на... Соответственно, данный баннер и данное название, я уверен, что у вас тоже, так или иначе, есть какая-то похожая проблема с папой. Да? Вот. Почему мне эта книга помогла? Потому что я никак не мог понять в 16-17-18 лет, что значит быть мужчиной. Мне этого особо никто не объяснил. И, наверное, поэтому я начал увлекаться психологией. И э, мои познания в психологии начались именно с э, этой книги. Я пытался понять, что же значит быть мужчиной. Для многих быть мужчиной ⁇ это э, ругаться матом, э, агрессивничать, быть альфа-самцом, на всех орать. Э, ну, в общем, как так себя вести, вызывающе, да, типа, как аля-горила. Но не в этом, как оказалось, э, суть мужского поведения. Вот, и э, я это уже потом понял. Э, долгое время я пытался как-то сублимировать там, свой недостаток мужественности тем, что я там, спал большим количеством женщин, да, когда был молодым, как-то привлекал к себе внимание. Вот. Но это все не про мужское поведение вообще. И когда я наткнулся на эту книгу ⁇ Хватит быть славным парнем ⁇ когда я начал читать эту книгу, я охереневал от того, что каждое слово было про меня. Да, и причем читая отзывы других людей, которые тоже читали эту книгу, которым я советовал эту книгу. да, все у всех один тот же эффект, какого хрена, как это вообще возможно, что все, что там написано, это типа про меня, да? Основная суть в том, что а, мужчин в нынешнее время растят женщины по разным причинам. А, ну, у нас а, как, как вот так вот повелось, что в детских садах в основном женщины работают, в школах в основном женщины. А, 80 процентов семей либо папа вообще никак не участвует в воспитании либо не полная семья, либо там, значит, за папа бьет сына за алкоголик и так далее да? То есть очень редко бывает когда нормальное естественное поведение папы, которое подразумевает именно передачу мужского поведения мужской модели поведения. Да? И, собственно, вот, когда мальчик растет а, в окружении женщин, там мамы, бабушки, там тети, а, сестер, у него вырабатывается самая главная проблема – это а, пытаться угождать, причем угождать женщинам. Ну, как бы. По сути, это такое адаптивное поведение, да, которое обусловлено тем, что так как вырастили женщины, ну, конечно, женщины как отзывались о мужчинах, что мужчины козлы, что твой папа говнюк, он не такой, он не зарабатывает деньги, он не достоин меня, он не достоин тебя, не будь как папа. И в итоге у маленького мальчика вырабатывается, в принципе, неприязнь к мужскому поведению, да, к вот этой брутальности, к агрессии, естественно, да, к взятию ответственности, к тому, чтобы заявлять о своих каких-то желаниях, уметь говорить «нет». В общем, растет мальчик-приспособленец, да, который э, научается только адаптироваться, угождать женщинам, выпрашивать секс. Хотя секс э, – это же биологическая потребность не только мужика, но и женщины, да, но, соответственно, вот мужик, э, точнее, мальчик этот э, начинает э, думать о том, что э, он должен заслужить это, да, и как он это заслуживает? Он это заслуживает токсичными отношениями в виде э, задаривания подарками, какого-то романтизма излишнего, и потом он ждет в ответ, соответственно, то есть «я же в тебя вкладывался», да, и, естественно, у женщины э, образуется чувство вины, чувство долга, из-за которого, конечно, потом э, только проблемы возникают, да, то есть никаких отношений из этого построить нормальных нельзя. И, собственно, вот э, данная проблема я освещаю уже не первый год, потому что, ну, я сам через это проходил, через вот это вот, так, так скажем, мужское воспитание, да, и именно эта книга послужила стартом для моего такого вот исследования, э, для моего пути героя мужского, да, Дальше уже я начал изучать литературу, которая более углубленно рассматривает этот вопрос. Если вы захотите углубиться в это и у вас похожая ситуация. Причем я заметил, что не только женщин интересует данный вопрос, точнее, не только мужчин, но и женщин интересует этот вопрос. Да, потому что женщины тоже пытаются разобраться, а как вообще найти нормального мужика и как не сделать, не сделать из него тряпку. Да? То есть как раскрыть мужественность. Вот, есть вторая книга необузданное сердце. Там, конечно, очень много автор отсылается к религии, да, но если вот убрать вот эти религиозные отсылки, там вот этого баптизма и протестантизма, то там, кстати, очень прикольные и важные, интересные вещи описываются. Например, что каждому мужчине важно не просто быть героем, а быть героем для кого-то, да, то есть он не просто должен быть первым, да, чтобы он был первым для кого-то, кому это важно, и кто это оценит, то бишь для женщин. То есть он должен быть героем для своей принцессы. Да? Вот. Помимо того, что он должен быть героем, он должен спасти эту принцессу от чего-то. Да? То есть он должен преодолеть что-то, да? чтобы это потом, соответственно, ценилось им же. Да? И если рассматривать здесь концепцию архетипов и пути героя по Кэмпбеллу, да, тысячеликий герой книга, то тут вырисовывается как раз Этап взросления мальчика и его перехода из мальчика в мужчину, да? эм, так называемая инициация, и инициация происходит через кризис. Вот что у меня, что у моих знакомых, у всех, э, я уверен у тебя тоже, если ты смотришь это видео, у всех, кто добивался так или иначе хоть какого-то результата в жизни, у всех всегда была какая-то жопа, какой-то кризис, после которого как будто бы ты взрослел психологически. Да? И у меня тоже это произошло в 2020 году. Я об этом писал в своей книге «Борьба за внимание». Кстати, обзор на эту книгу можете найти также на этом канале. Вот. И, собственно, вот этот кризис, он обуславливает, он подталкивает мальчика к тому, чтобы он, пройдя испытания, там, победив условного дракона по Кэмпбеллу и справившись с призраками прошлого, он получил грааль осознания, поменявшись, возвращаясь домой, уже в новом, соответственно, состоянии, новом обличии, да, в новом статусе. То же самое происходит и с древними племенами, когда там мальчиков отправляли на охоту, либо заставляли их там что-то сделать, то есть какие-то испытания пройти, чтобы мальчик превратился в мужчину, чтобы он умел брать ответственность не только за свою задницу, но и за там, близких, за там, друзей и так далее. Да? Вот, третья книга «Под тенью Сатурна» вот, с точки зрения юнговской психотерапии, психологии. Да, там рассматриваются вопросы взросления, отцовства и так далее. Да. Вот, есть еще книга «Отец» итальянского психотерапевта. Тоже очень понравилось. Там вот основная идея, которую я почерпнул в этой книге, что очень сложно описать, в принципе, что такое отцовство. Да, и это вообще, это намного сложнее штука, чем материнство, потому что, как, ну, по умолчанию ребенок больше тянется к маме. Да, потому что ну, она его вынашивала 9 месяцев, она его кормит грудью, да, как бы, ну и мама это жизнь. А у папы роль такая очень, как сказать, неоднозначная, да, то есть он вроде бы и не должен заменять маму, да, что обычно хотят женщины, да, то есть женщины хотят, чтобы мужчина был а, чутким с ребенком, там нянчил, уделял время, кормил, поил, а, играл и так далее, как будто бы это функции мамы, да, вот. И а, женщины, а, ну хотя х, хотя благого для ребенка, да, они навешивают ожидания на мужика, а, как будто бы от второй мамы. Но не это должен делать мужчина по отношению к ребенку, да, то есть, ну если, опять же, там, цитировать авторов там, ранее приведенных книг, которые я назвал, то у отцов задача какая? Показать ребенку, собственно, как справляться с причиндалом у него между ног, куда его сувать, стоит ли вообще куда-то его сувать, и как, и почему, и какие последствия этого могут быть водить ребенка на охоту да, мы говорим сейчас про мальчика передавать ему э, вот это вот состояние, ощущение братского плеча поддержки э, брать ответственность отвечать за свои слова да, быть опорой и защитой для, собственно, женщин да, ну и вот такие вот вещи, да, то есть вот э, как вы видите здесь вообще не про э, то, как женщина воспитывает, да, и вот, вот это вот гигантское отличие в воспитании, в подходе, оно и вот вызывает проблему, да, потому что многие мужчины сами воспитывались женщинами, либо не в полной семье, и по сути они передают ту модель поведения, которая у них была. Вот. И, собственно, вот эта гигантская проблема, да, которую мы сейчас имеем, она и вырисовывается в проблемах в социуме, да, что вот многие ребята, которые вот на меня, в том числе подписаны, да, там в социальных сетях, когда я только-только начал заниматься боксом, они прям следили за этим, там как-то вот поддерживали меня и сами начали заниматься спортом. Почему спорт это первое, что вообще важно каждому парню делать? Потому что спорт, он, во-первых, дает тебе дисциплину, силу воли. А сила воли это непередаваемые там, генным образом, да, там, Родовая какая-то программа, да, это а, то, что нужно воспитывать. То есть оно при рождении не дается. Силу воли нужно воспитывать, взращивать, да. А, умение отстаивать личностные границы, не бояться, да, там идти, соответственно, там в бой, там агрессию проявлять, да, это важно. И самое страшное, что сейчас агрессия, она. А, считается чем-то таким плохим да то есть э, а каким-то поведением да то есть это считается антинормой, да. а, э, что я считаю ну, как бы не, не будем вдаваться да, в глобалистские какие-то э, теории заговора да ну хоть я в них и верю да но как бы если вкратце то сейчас вырождают мужчин короче то есть мужчины они не Нужны обществу сейчас. Потому что, э, ну, мужики развязывают войны, да, там, мужики они э, сложнее их подчинить, да, там они более агрессивные, они создают проблемы, да, потому что женщины более лояльные, дипломатичные, с ними можно договориться, ну и так далее, и тому подобное. Плюс они все подвязаны все-таки под инстинкт выживания, потому что им детей рожать, да, вот, поэтому мужиков, наверное, как вид, будут истреблять в ближайшие там 100-200 лет, что, по сути, сейчас и происходит, да, то есть, в основном, кто алкоголики? Мужики. Там, кто в основном курит? Мужики. Кто употребляет наркотики? В основном мужики. А суицид? Мужчины, да, там а, все мужики. Там, в тюрьмах кто в основном сидят? Мужики, да, а, то есть на мужиков сейчас объявлена реально охота просто уничтожают такой концлагерь для мужчин вот. и как бы ну вы можете это увидеть просто в фильмах в пропаганде однополых отношений да то есть э, феминизма там э, и вот этого всего дела до да, от этой повесточки так называемой. в общем э, и целом э, ну, как бы, обзор то не про это но это стоит учитывать. Вот, поэтому я всем рекомендую книгу «Хватит быть славным парнем», кто хочет разобраться в, собственно, как быть мужчиной, да, как перестать угождать социуму и в том числе женщинам, да, там, в частности, точнее, да, как построить нормальные гармоничные отношения с противоположным полом, как воспитывать детей, в общем, все это можете подчеркнуть, собственно, в этой книге, да. И я Эту книгу читал ну несколько раз. То есть, причем у меня были такими периодами. То есть там каждые там, 3-4 года я перечитываю из нее какие-то там тезисы. У меня по каждой книге есть заметки, да, которые мне важны книги. Вот. В общем, если вы читали эту книгу, поделитесь в комментариях, насколько она повлияла на вашу жизнь. Вот. Какие книги вы тоже рекомендуете на тему мужского поведения. Да? И читали ли вы те книги, которые я тоже назвал? Это необузданное сердце и под тенью Сатурна или отец в общем поделитесь насколько вам зашел этот обзор насколько вам откликается данная тема и напишите на какую э, книгу сделать следующий обзор с вами был макс белоусов ставьте лайки подписывайтесь кидайте друзьям поддерживайте этот э, подкаст вот э, делитесь им с друзьями, со знакомыми. Вот, мне будет приятно, если будете оставлять комментарии осмысленные. Вот, все комментарии читаю обязательно. Все, спасибо, пока.